Здравствуйте. Здравствуйте. У меня проблемы со сном. В последнее время я постоянно сплю. Я вообще не сплю. Позиция, в которой вам комфортнее всего находиться. Ведущий или ведомый? Согласен. Это был вопрос. Так это было настоящее свидание? Что для вас настоящее свидание? Чем вы объясните этот приступ паники в метро? Чем депрессией? Возможно. Нет, ты представь, перед тобой человек, которому реально нечего сказать. Он за час не сказал ни слова, а нет, кое-что сказал. Мне кажется, что я искал тебя всю жизнь. Кошмар! Ты должен ее помнить, Карин! Давай вспоминай, Карин Пелесо! Такая высокая! Нет, высокая. Понятно. Брюнетка. Да, брюнетка, да. У нее еще были... у нее были эти... А, кудряшки. Нет, нет, эти... дреды. Нет, проблемы с головой. Нет, нет, это не для вас. Серьезно? А что для меня? Есть песто и песто. Понять проблему не всегда означает решить проблему. Но чтобы решить проблему, ее сперва обязательно надо понять. Проблему. Нет, только не это. Это не для вас. Доверьтесь своим чувствам. У каждого есть право на счастье. У каждого есть право на счастье. Ну да, и не поверишь, что так бывает. Он и она. Скоро в кино.